Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня мы проверим самые крутые лайфхаки во всем стендофе. Прямо сегодня, ребята, мы сделаем самый большой взрывчик во всем стендофе. А именно, набросим 1000 хаешек одновременно. Дальше мы сделаем самый большой пожар во всем стендофе. И после этого мы сделаем самую большую дымовую завесу. И много-много всего интересного. Поэтому, мои уважаемые подписчики, поставьте лайк, иначе я сейчас дам по заднице этому типу, я ему все равно дам. Но, ребят, пожалуйста, прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а мы стартуем! Первое, что хотел бы вам показать, это обычно я бросаю хаешечку, да, все по дефолтику. Ну а что будет, если одновременно 15 человек бросят хаешку? Ребята, вы готовы или нет? Скажите мне, я смотрю, уже все готовы, все готовы. Братва, давайте на счет 3 просто одновременно все бросаем хаешку. И раз, и два, и три, бросаем! Вы посмотрите, что происходит, мама дорогая! По мне не надо бросать. Блин, ребята, чё за дичь? Вы бросили, ну, ребята, 1000 хаешек, мама дорогая. Так, братва, у кого хаешки не долетают, тот получит от меня жбан, поэтому наши хаешечки долетали. Окей, окей, все по красоте, да? Но теперь, ребята, вы же понимаете, это так... Я не понял, это что за падаль бросила? Что, ребята, прекращаем, прекращаем, хватит бросать хаешки. Теперь мы задачу немножко усложним. Каждый из вас возьмите ровно по одной хаешке. По одной хаешечке. И теперь, смотрите, у меня 1000 хп. И вам надо эту хаешку ровно один раз бросить меня. Вы готовы, дети? Вы готовы или нет? Раз, два, три, бросайте, ровно один раз. Ну, мужики, ну слабо, 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 слабенько. Даже не смогли мне отнять, только половину хп мне отняли. У меня было 1000 хп, отняли мне 500 хп. Но теперь будет самое-самое интересное. Все взяли по хаешке, все взяли по хаешке. И станьте в круг. Вот вы и станьте в круг. Максимально близко друг к другу. Сейчас будет полный угар. Так, вы готовы, да? И сейчас вы должны все одновременно бросить ровно одну хаешку. На счет 3. 1, 2, 3. Бросайте под себя. Чего? Вы видели, что произошло? Вот это жесткий рофл! Это самый большой продав взрывчик во всем стендофе. Так, окей, давайте попытка номер 2. Слушай, мне понравилось, прям очень круто. Прямо сейчас вы все бросайте под себя ровно одну хаешку. Давайте. Бросайте под себя! Обалдеть! Брат, ты как выжил? Ты че гонишь? Слушай, я придумал один очень интересный челлендж. Давайте так. Прямо сейчас последний выживший получает от меня нож. Все, ребята, сейчас будет попыточка номер 3. Вот это будет реально интересно. Все взяли по одной хаешке, ровно по одной хаешке. И прямо сейчас на счет 3 вы бросаете под себя. Давайте. И раз, и два, и три, погнали! Давайте, на! Чего? Форкс! Братик, ну я тебя поздравляю! У тебя плюс нож! Вы просто посмотрите на эту гору! Вы посмотрите на эту гору типов! Обалдеть, что произошло! Ну что же, ребята, а мы переходим к лайфхаку номер 2. Ну а прямо сейчас мы, ребята, проверим ваши Xiaomi на крепкость. У меня есть дым. Все купите дымочек в руки. Я пока что просто прошу. Просто прошу. Просто прошу. Просто прошу. Видите? Это вот так вот выглядит одна дымовуха. А что будет, если мы бросим их 100 штук? А то и 1000, мужики. На счет 3 все начинаем бросать просто вот сюда на мид дымовухи. 1, 2, 3. Погнали! Просто бросаем! Ой, мужики, что происходит? Так, бросаем. У меня 60 ВПС, все лагает. 50, 40, 35. Братва, сейчас Xiaomi взорвется. 20! 20 ВПС. Что за дичь? Ха-ха! Все, мужики, хватит, у меня 12 ФПС, даже у меня лагает, у меня компьютер за 300к. Как же все лагает, вот это лаги. 12 ФПС просто, я ничего не вижу. 110, нормально, ФПС стабилизируется. Не, ну это кошмар. Ну а прямо сейчас, ребята, будет просто миссия невыполнимая. Я говорю, сразу, скорее всего, кто-то вылетит. Мы сейчас все становимся в круг. Я вместе с вами, все в круг. Все в круг, все в круг, все в круг, сюда, сюда. Смотрите, все купили дым. Прямо сейчас ваша задача будет бросить дым под себя и бросать до тех пор, пока не знаю, пока игра не взорвется, или пока я не скажу стоп. Вы меня услышали, мужики? Вы готовы? Ну что же, на счет 3 делаем
сделаем самый большой смог в истории стендофа. 1, 2, 3. Бросаем под себя, просто под себя. Бесконечно бросаем, 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 братва. ФПС падает. Мать моя женщина. Кент, откуда у тебя такие дорогие скины? В смысле откуда, братик? От болдропщика, там же вышло обнова. Там добавили новые касики. Я на этих новых касиках поднял кучу голдишечки. Ну и конечно же сможете купить все эти крутые скинчики. Также, братишечка, там есть обменник Мерлина. То есть ты получаешь крошку дракона, а потом ее можешь поменять на тоже топовый дроп. И это не все, также я тебе дарю халявный подарочек прямо сейчас на экране. Вводи эти буковки и забирай свой приз. Все нужны ссылочки есть снизу. Ну а мы идем дальше. Ой-ой-ой, флешки не надо бросать, пожалуйста, ребята, будьте вы людьми. 14 FPS, 15, 14, 13, 12, 11. Бросаем, бросаем бесконечно. Просто что будет? 9 FPS, 9. Еще бросаем больше. Нам надо больше. Так, я теперь попробую отойти. Что произойдет? Просто мне интересно, как это со стороны выглядит. Все, мужики, хватит, хватит. Все, у нас уже минус 1. Вылетел, вылетел, типуля, вылетел. Так, все выжившие. И второй вылетел. Второй вылетел! Крашнулся Xiaomi! А трое вылетело? Обалдеть, мужики, все, кто выжили, вы красавчики! Я вами горжусь, вы все получаете по ничему. Слушайте, ну а прямо сейчас, ребята, мы будем делать самый большой пожарчик в мире. Ну а прямо сейчас мы, ребята, все взяли молики. Молики, все. Вы взяли, да, все купили. Ой, братва, ща будет весело. Так, давайте вначале я брошу просто один молик. Я один. Так просто бросил, все. Ну, вроде бы как, ничего страшного не произошло. На счет 3 будем делать большой пожар. Ваша задача забросать абсолютно весь мид, чтобы не было ни единого места без молик. И на счет 3 мы начнем это делать. 1, 2, 3, банально, бросаем 1000 моликов. Обалдеть, что за дичь. Ёханый бабай, мать моя женщина, у меня лагает еще больше, чем братва, все горит, просто все горит. Под себя молики не бросайте. Что происходит, вы посмотрите на вот эту картину. Не может быть, я хочу пробежаться. Это нереально, это нереально. Я сгорел, это жесть. Братва, это просто полный трешняк. Тип пишет, на 1 FPS выжил, ё-моё. Ой, братва, ща будет весело. Вам можно бросить максимум 1 молик под себя. Не надо. Стоп, максимум 2 ряда, в 3 ряда нельзя. Максимум 2 ряда можете стать. И последний, кто выживший, получает от меня 5000 голдишки. На счет 3 вы все должны бросить ровно по 1 молику под себя. 1, 2, 3, поехали. Кто же будет выжившим? Кто же получит 5 косарей? Так, ну. И последний был Глебуля. Глебулечка, братик, мои поздравления. Я тебя поздравляю, дорогулечка ты моя. Короче, ребята, я еще придумал один очень прикольный челлендж для меня. В чем суть челленджа? У вас есть у всех ровно по 1 молику. Вы этот молик должны бросить меня так, чтобы я не смог пройти. Давай, на счет 3 будем сейчас это все пробовать. 1, 2, 3, погнали! Чтобы я не смог пройти, у меня 1000 хп. Нифига! Залагало! Ничего вы жесткие! Ладно, ребята, а прямо сейчас мы идем проверять мифы дальше. Ну а прямо сейчас мы, ребята, проверим, что же произойдет, если я с 1 патрона попробую прострелить 15 человек. Выйдет ли у нас это сделать или нет? Ребятки, ставимся в лестницу. Ваня, а зачем ты типа резанул? Ну что же, ребята, и прямо сейчас мы проверим, что же произойдет, если я их всех замочу одним патроном. Так, ребята, ваша задача смотреть в затылок друг другу. Я беру АВП и прямо сейчас одним патроном попробую замочить их всех. Выйдет ли это у меня или нет, это очень интересно. Я им всем сделал предварительно по 100 хп, поэтому у них всех 100 хп, не переживайте. И прямо сейчас, ребята, мы сделаем полный экшен. Надеюсь, вы готовы. Пацаны, а вы готовы? Вы готовы-то помирать, а? Как думаете, я всех замочу одним патроном или нет? Мне ж очень интересно стало, все, мужики. 1, 2, 3! Чё, вы как вышли? А боже, а сколько я хп кому отнял? Напишите, сколько я кому хп отнял? Минус 100? Минус 50? Чего, 0? Бабани, брат! Ах, я 0 хп отнял. Обалдеть, так, окей, попытка номер 2. Так, давайте еще раз, все станьте друг другу в затылок, смотрите. Слушайте, я даже не знал. Походу, теперь, когда ты простреливаешь типа за другим типом, отнимается меньше хп или что? Так, смотрите на меня, смотрите. Так, все, смотрите на меня. Не двигайтесь, в затылок друг другу. На счет 3 стреляю. 1, 2, 3!
Вы что, на приколе? А чё стали-то? Ноль хп? Стоп, подожди. Ой, братишка, я тебя прострелил или нет? Тебя. Да, нет? Чего? Пишут, не достал вообще. А, аккуратненько. Все смотрят на меня, в затылок друг другу, не прыгаем. И раз, и два, и три. Да вы прикалываетесь? Раньше можно было одной пулей прострелить всех. А сейчас это пофиксили? Пишут, не дошло. Опять пишут типы, которые сзади пишут, не дошло. Блин, это гонимо, разработчики. Что вы сделали с нашим любимым стендофом? Так, окей, давайте еще раз. Я сейчас буду прям хедшоты ставить. Вот прям жесткий хедшот. Опять не дошло! Это жесткий рофл! Я даже об этом не знал, прикиньте! Обалдеть! Так, все, а ну-ка. Брат, сколько хп? Пять раз в миллион должен был уже попасть! Я даже не знал, что теперь, если ты прострелишь одновременно больше 10 человек, таких больше 10, больше 3 человек, хп вообще не отнимается, или отнимается очень мало. Он пишет 195 также. А ну-ка. Все, изи! Обалдеть! Так, давайте попробуем это сделать еще раз. Ну а прямо сейчас мы сделаем то же самое, только я взял в руки спас. Если не ошибаюсь, у спаса максимально много урона. Ну что же, леди и джентльмены, вы готовы? Я тоже готов. И раз, и два, и три. Просто я покажу в упор, чтобы максимально вынести челюху. Погнали! О-о-о, да ты чё? Давайте дальше. Но опять же, всех не простреливает. Смотри, они все стоят ровно в ряд. И всех все равно не простреливает. Так, пацаны, давайте еще раз. Хедыщ! Обалдеть! Чё за дичь? И еще раз давайте. Раз, два, три! Ты чё? Вы видели, он голову вниз наклонил? Дед, ты чё? Голову вниз наклонять не надо! Ничего какой наглый. Ну что же, мои уважаемые подписчики, если вам понравилось такое нереально крутое видео, обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.